Друзья, подписывайтесь обязательно на канал, и сейчас мы будем обозревать патефон, который я нашел на помойке несколько лет, друзья, назад. И все эти несколько лет все собирался заснять видео, собирался, и так что-то никак, видите, не получалось. Вот такая труба, что мы нашли, да? Вот, такое, видите, у него название, смотрите, какое-то, у этого патефона. Пластинки две тут валяются, и я не могу понять, а как же интересно звук. Точно, здесь же был. Да, я слышал, что была. Тут где-то была. О, я же видел, что было, да. Какая-то штуковина. Ой, Саша, я слышу, белка? Да. Ты уверен, там белка, а не стрелка? Да. Угу. Что, белку хочешь? Сейчас, подожди, мы посмотрим, что это такое. За штуковина. Вот такой, друзья, обзор. Не понимаю, почему труба залазит так глубоко. В этот вот. Так, что это у нас? Какие-то иглы, что ли? Что это такое? Не понимаю. Сейчас, Саша, подожди, да. Да я заснимать хочу же видео. Смотри, патефонное. Я сейчас сниму патефон. Засниму, сейчас откроем крышку ту. Ну что, друзья, вот я накрутил. Да-да, я вижу там белка. Да, я вот накрутил. Накрутил, друзья, вот эту ручку я крутил. Так, хорошие ли тут кадры? Крутил я ручку и поворачиваю этот вот ярлык. И смотрите, как крутится это. Если мы поставим сейчас тарелку, эту тарелку, пластинку, тогда мы сможем получить звук. Вот, видите же, не могу понять, это что, оно сломанное, что ли? Ничего тут не видно. Такое качество. У меня такой телефон старый, как всегда. Старый телефон. Вот, еле видно тут что-то. Этот слом какой-то, что ли. Вот. Может быть, можно как-то так слушать музыку. Может, можно слушать музыку как-то так. Даже просто лишь какой-то иголочкой. Точно, я помню, когда-то из фольги можно сделать рупор. Во. Слышите? Музыка идет. Ну, пока только шипение. Но шипение тоже хорошо. В общем, вот такой, друзья, патефон можно найти на помойке. В наше время, так сказать. Подписывайтесь, лайки ставьте.